всем подписчикам группы ВКонтакте, игрокам нашего сервера и тем людям, которые просто будут смотреть это видео, вне зависимости, играют ли они на нашем сервере или нет. С вами Bloom69- на сервере Админ Тимоха. Сегодня я сделаю обзор видео, что же представляют админские будни именно у нас на сервере. И если вдруг кому-то интересно, что же могут админы такого уровня, как я, точнее создатель именно, то сегодня я вам как раз таки это и покажу. Основное, что мы можем, это годмод, выдать себе любое оружие, допустим, давайте дадим себе миниган. Побегаем с миниганом, почему бы и нет. Достаточно грозное оружие. Можем выдать любую машину, в принципе, я думаю, мы для начала пока пытаемся. Да, чувак, я мир взял, меня въехал, взорвался. Весело. Хорошо, меня не убило, годмод спасает также. Админская тачка, Rainbow Hatchback, который не спавнится. Он достаточно симпатичен, особенно ночью. Кто его не видел, так сказать, увидите в моем видео. Я, так сказать, на нем уже научился летать, хотя поначалу это было сложно. Так, проверю, идет ли у меня запись. Сейчас посмотрю. Да, запись идет. Можем продолжать. Это видео где-то будет, в общем, минут 20-30. Покажу основное то, что я могу на сервере. Что вообще делают у нас игроки. Я не знаю, может кто на сервере не играл, это будет обучающее какое-то видео. Также будет ссылка в описании на группу ВКонтакте. И будет написан IP и порт сервера, если вдруг кто-то будет смотреть и захочет поиграть на нашем серваке. Какой-то чувак на горе стоит, надеюсь, он не испугается. Хотя я бы испугался, из машины летал бы. Надо куда-нибудь сейчас приземлиться. Покажу еще какие команды, так сказать, что может создатель именно покупной на сервере. Так как я говорил в прошлом видео, будет набор в администрацию. Это я, скорее всего, сделаю где-то на этой неделе. Будет обсуждение в группе. Там будет прописан пример, что вы должны написать, как бы свои параметры определенные. И, скорее всего, будет 16+, и я буду проверять, так сказать, паспорт, чтобы, знаете ли, ребята не обманывали. А то такие бывают. Допустим, те же самые проги, клоуфиш и так далее. Иногда их можно настроить так, то что человеку сложно заметить то, что этот голос не настоящий, а сгенерированный именно программой. Давайте где-нибудь тут сейчас приземлимся, можем прям взорваться, как бы нам эта тачка все равно уже не нужна будет, но мы аккуратно утилизируем ее. Надеюсь, вы не услышали. Потому что это я не проверял, а зря. Но пока поиграем так. В принципе, это просто обзор. Есть еще у меня команда также на бесконечные патроны. Если их как раз припишу, чтобы мне не надо было выдавать все какие-либо обоймы. Все, да. Как видите, вот следите справа с этими патронами. Они у меня бесконечные. Без остановки. Надеюсь, этот звук минигана меня не приглушил. Потому что звук я особо, честно говоря, поначалу не настраивал. Ну, также я обычно бегаю с ТХМ-кой, чтобы не напрягать игроков. И самому, чтобы не было особого звука. Можно вот побегать зомбарей, поубивать, по желанию. Можно, я не знаю, к игроку какую-нибудь тэпнуться. Давайте, я не знаю, Люсен. Он как раз ко мне хочет, он пишет в чате, ну, пожалуйста, мне не жалко. Ну, что же ты, чувак, хочешь? Я тебя внимательно слушаю. Здорово. Ой, нет, сразу от таких я отправляюсь, не любители от таких ребят. Здорово, голос как будто ему лет 9. Давайте Crazy Gun'а навестим нашего, так сказать, постоянного игрока. Если он это видео тоже будет смотреть, увидит себя. Давайте, чтобы не пугать. Это, конечно, поздно мы сделали, ну ладно. Пусть Ваниш, побегаем Ваниша, не будем мешать. Ваниш — это невидимость. Сразу скажу, если некоторые игроки не знают, кто не был администратором или примерно. Вот они бегают в наших китах тут.
Ну, хотя у них сет военки, но оружие из китов. Что бы еще мы можем сделать? Взять РПГ, в принципе. Ну-ка, выселимся с РПГ. Можем вот так пострелять. И... Надеюсь, никого не убил. У меня пару раз так убил. На обу выстрелил, убил 3 человек. Раньше было РПГ не фиксанное, я мог вообще как из пулемета практически стрелять с этого РПГ. Ты мог, ТП к себе, нет, ТП к себе я его делать не буду при всем желании. Как видите, пока 11 человек на сервере, хотя уже часов 6. Я снимаю где-то ближе к вечернему времени. Давайте сделаем ночь. Пусть будет ночь. Очки оденем. Чтобы, так сказать, все видеть. То, что зная YouTube в темном, так сказать, виде, он плохо все показывает. Если темно у меня, то темно у вас будет раза в 2. Надеюсь, не только будут участники и игроки сервера смотреть, еще какие-нибудь люди, так как я снимаю на YouTube. Это, так сказать, мои первые видео без каких-либо особо редактирований в плане звука. Снимаю я с ноутбука, поэтому звук ноутбука будет слышен, скорее всего, в любом случае. А вот у нас Чакибам. Чакибама я баню, так как у него были читы. Мне кидали скриншоты, как он там чуть ли не крутился и раздавал хедшоты. Я даже его проверять не буду, ибо где-то месяца 3 назад я его уже банил за читы, но он написал на разбан. Где-то он, наверное, в бане был, не знаю, месяц, посидел месяц, он на разбан написал, я рассмотрел, так и быть разбанил. Но он снова, так сказать, начал играть на моем сервере с читами, а это я точно не буду, так сказать, оставлять нетронутым. Потому что читы, это, честно говоря, такое. Читы на эту игру, они, конечно, вообще... Написал первый сайт, там они активны все, как бы рабочие. Но толку от них тут, честно говоря, может кому-то нравится, может кому-то нет. Может я сделаю обзоры, я не знаю, на определенный, может чит сам. На каком-нибудь сервере, я не знаю, на арену пойду, там постреляю. Что же у нас? Давайте покажу вам, если кто не видел. У нас есть на сервере лазерный... Ой, не тот ID. Лазерный меч, он падает в аэродропе. Иди, вот ID, да. Также миниган можно в аэродропе найти. Лазерный меч хорош тем, как видите, он с одного удара рубит дерево. Вот уже пишет его дружки. Ну вот можно такое найти. Иногда я и сам даю вот именно лазерный меч игрокам, конечно, если у меня, допустим, желание есть там игроку помочь и так далее. Мне в плане не жалко. Чтобы еще вам показать так такового интересного. Ну, из админских команд, допустим, я могу убить всех зомби на карте. Вот я прописываю команду. 328 зомбарей я убил. Так сказать, очищение. Могу отреспавнить лут. Вот я отреспавнил все итемы. Это только могут создатели. Потому что эти команды приписаны только им. Не более того. Возможно, я буду снимать как игрок на каких-то других серверах, если, конечно, вам понравится. Но это пока обзор чисто, знаете, администрации, чем я обычно занимаюсь на самом сервере. Так, да, запись продолжается. А то мало ли. Остановилась бы, а я, так сказать, ни для кого болтал бы. Ну, как видите, игра ведет себя более-менее нормально. Вот при бандикаме, хотя это при том, то, что ноутбук, господи, все ко мне ТП пишут. Не знаю, скорее всего, буду пересаживаться за ПК, показывать другие игры. Также Game Dev Tucson, я снимаю, уже первое видео было. Пока я настраивал, как чтобы в YouTube HD качество выкладывать. Все, вроде бы, последние мои 2 видео HD. Со звуком это, конечно, да, я не знаю, если кто-то там умеет, как, допустим, мне, я не знаю, подложить музычку, чтобы хорошо было слышно.
и меня, и ее на фоне, чтобы, допустим, приглушала звук того же самого ноутбука. Потому что я думаю, вам это неприятно. Я, конечно, сам особо не слышу звук ноутбука. Он, конечно, не прям как мотор какой-то. Вот, это меня треспавнил. Ну, вот зомби. Стреляем по зомбарям. В скайп я заходить не буду, потому что за это 100% я его забанил. Я даже это рассматривать не буду. Он уже читерил, и еще снова зачитерил. Я уже его даже в разбан кидать не буду. Уж извиняюсь, назову я его тупой шкалотой, которая ни мозгов ему, ни совести. Уж если за читы уже разочек банили на серве, по идее, надо, наверное, что-то в мозгу отложилось бы и, так сказать, больше он не использовал именно на моем серве. Ну что, я вот могу еще такую команду, так сказать, раз у нас обзор администрации, то я показываю примерные возможности админа. Ну, это, конечно, не именно админа, а создателя. Если покупать создателя, то будут такие команды. Если модератор, то другие. Не будет команд убить зомби, там отреспавнить лут, бум, там и всякие другие. Также еще раз повторюсь то, что ссылку на группу ВКонтакте выложу в описании. И IP и порт сервера, кому, если вдруг будет смотреть на Ютубе, просто зашел, оп, чувак какой-то заснял. Также можно зайти поиграть. Хотя навряд ли меня кто-то смотреть. И, кстати, кто смотрит с моей группы, с моего серва, подписывайтесь на мой канал, так сказать. Потому что 0 подписчиков, мне как-то прям уж печально. Хотя уже это третье видео, которое я выложу. Сколько мы уже, 10 минут? Да, 11 даже. Ну, можем еще такой командой воспользоваться. Я могу вот сюда телепортироваться. Могу телепортироваться на дом, допустим, где-нибудь в небе. Нацелюсь на него, просто пропишу команду, окажусь там. Чтобы вам еще так такового показать. Ну, то, что я лук могу себе любой выдать, также машину, самолет, там, я не знаю. Ну, давайте я вам покажу вот это самолет. Я думаю, не каждый его вообще видел. Вот. Типа military транспорт план называемый. Не знаю, смогу я тут взлететь. Я пару раз на нем взлетал. Так, немного занесло. Давай, 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 кляча. Да, смотрите, мы взлетели. Ставьте лайк за большой транспорт. Подписывайтесь, также говорю, кто с группы, кто с серва. Ну, очень неповоротливый самолет, но в плане то, что вот так вот взлететь можно. И вот я взрезал стенку и взорвался. Ну, также есть на сервере Jetpack, я вам, наверное, сейчас покажу. Сейчас я телепортируюсь. Джамп. Сейчас выйдем на ровную местность, чтобы он нормально заспавнился, а то он, если падает, то там уже не по. Прекрасное падение самолета. Так, какой там 16.09 ID? Military Jetpack. Ну вот он, да, перевернулся. Ну, смогу я его распихнуть? Ну нет, толку никакого. Надо еще раз один зареспавнить. Надеюсь, звук игры есть. Надеюсь, он будет. Если не будет, то надо на следующем видео тогда я уже буду проверять. На японе мягко переворачивается. Вот, все. Так сказать, на взлет. Но на джетпаке легко убить игрока. В плане он летит, он не закрыт, просто голову и все. Ну, такой интересный транспорт из модов. Мне тут много модов установили в плане, чтобы игрокам и админам было не скучно, потому что надоедает одно и то же в плане сервера. Также снова пишите в комментариях в группе, я не знаю, под видео, какие моды хотите, чтобы я обозрел, я не знаю, какие возможности админов, что мне сделать именно админом. Ивент, я не знаю, гонку, чтобы вы хотели увидеть именно от меня, какой-то розыгрыш. Насчет розыгрышев я говорю в информации о сервере, это видео есть ВКонтакте, и также нет, на YouTube я его не выкладывал, так как это чисто для сервера. Также, кто смотрит именно с группы, с сервака, подписывайтесь, будет, так сказать, мне приятно.
как-никак для вас стараюсь, чтобы вам что-то показывать, самому, чтобы чем-то заниматься полезным, может, для вас. Ну, джетпак очень качается быстро, без, ну, такое средство передвижения, честно говоря. Сколько мы уже снимаем? 15 минут. Надеюсь, так сказать, не будут, знаете, включать видео, минуту посмотрел, все, а лошадь даже толком смотреть нет. Ну, также по желанию можно со мной, допустим, поснимать тот же самый тур. Можем пойти с кем-то с сервера, пойти на другой сервак и играть как игроки там. Потому что я думаю это заснять, может какие-то определенные баги показать. Те же самые можно читы обозреть, если уж кому-то будет интересно. Хотя читы я не воспринимаю как есть хорошо, но в плане то, что вам показать, ладно, если вам нужно будет. Сделаем посадочку где-нибудь здесь. Ну давай кляча ладно спрыгнем, чтобы не тянуть вон какой-то бич. Взорвем. Еще звук клавиатуры и мышки, может быть, так как я повторяюсь, это ноутбук. Тут я при всем желании ничто не сделаю. Только максимум, я говорю, музычку подложить, чтобы звука, шума было меньше и так далее. Что еще? Так, сейчас. Так, ну в принципе врубим день игрока, чтобы уже по фасту могли выходить. Из башки вылетел. Что-то вот только хотел показать, а уже забыл. Все пишут, что день, ну вот на сервер люди заходят. Но также у нас есть тут танки, я думаю, многие игроки видели, потому что я зачастую людей катаю. Ну вот, это типа, знаете, видеообзор именно, что может админ, и обзор наших модов на сервере. Тут патроны, огнетушители, камера вот такая, достаточно это хорошо реализовано, камера. Меня, в принципе, радует то, что с бандикамом Антурнет у меня не лагает. Это более чем приятно, так как я смогу именно на ноутбуке снимать какой-либо контент по интернет, чтобы мне не лагало и вам было более-менее, но за звук мне правда печально жалко. С этим я еще буду разбираться, посмотрю, что смогу сделать для вас, для, так сказать, лучшего качества. Ну, в принципе, особо я на танке кататься не хочу, мы его уничтожим. Это просто текстура танка, но по правде это обычная машина, которая уже взрывается на быстро. Покажу вам еще режим спектатора. Наверное, немногие видели то, что администратор может вот летать в таком режиме. Я могу вот текстуры смотреть. Мало ли кто под текстурами живет. Давайте полетаем от спектатора. Как сделать спектатор, в плане как включить режим спектатора на сервере администратору, я напишу в описании. Мало ли у кого свой сервер или там... Будет он админом, я не знаю, или где-нибудь покупной он админ. Мало ли кому будет интересно вот так вот полетать. Это, в принципе, можно, знаете, тело свое оставить где-нибудь дома и самому просто летать, наблюдать. Убить вы, конечно, никого не сможете. Вот, просто эта камера летает. Вот я, допустим, вернулся. Вот сейчас оп, а я снова здесь. Комбинацию клавиш я напишу, кому будет интересно. Тоже, знаете, такой обзор в плане... Что может еще администратор. И по-моему в синглплеере можно сделать точно так же. Вот камушки, тут текстурки. Ну там вода, понятно. Под текстуры, текстуры дома. Все, я могу сквозь пролетать. Могу залететь в дом чей-нибудь. Посмотреть, что там. В плане внутри именно. Что-то не прогрузилось, странно. А, правильно. Draft distance не хватает. Да, минус того, то что в игре draft distance небольшой, если персонаж далеко, то, как видите, у меня тут ничего не будет прогружаться. Давайте ТП. Сейчас. Вот Чарлитаун. И давайте. Ой, где-то я не там оказался. Что-то меня вообще откинуло. Ну, еще покажу пару режимов спектратора. Именно администрации. Я думаю, вам будет интересно. В плане то, что так можно наблюдать за сервером.
вне зависимости передвижения. Вот, допустим, я Shift зажал и лечу, ну, достаточно быстро. Вот тут, как видите, дом чей-то. Точнее, раздолбанный дом. В пещере любят текстурники жить. Ну-ка. Нет, тут чисто, потому что вот именно в этой текстуре обычно живут. Ставят тут не фундаментные, а вот, которые можно ставить как угодно, деревяшки, вылезает вот здесь постоянно. Потому что я это место всегда чекаю, потому что текстурники всегда обычно живут там. Вот могу сквозь гору пролететь, чтобы не облетать ее, как бы я все вижу, то, что мне надо. Вот подстроили тут вышки. Как видите, фундамент просто текстуры уходит прям в самое дно карты. Такие вот текстуры именно в этой игре. Надеюсь, вам это тоже будет интересно, так сказать, для общего развития именно в плане игры Unturned, понять, что она из себя представляет полностью. Кто-то шмаляет. Что ж, покажу вам еще пару режимов. Можем мы сделать так. Надо бы показать немного по-другому. Вот, допустим, видите, камера двигается. Ну, давайте я перезайду на сервер, потому что эту камеру обратно, пока я долечу, это очень долго. Сейчас я перезайду на сервер и покажу вторую комбинацию, которую вы можете использовать. Чтобы, так сказать, приветствовать, я не знаю, если видео, то можно зайти в режим спектатора и навестись на его, на своего персонажа, так сказать. Именно такое начальное вступление сделать. Надеюсь, слышно меня будет хорошо. Более-менее хотя бы. Честно говоря, я могу сказать то, что я рассказ без сути. В последнее время я, так сказать, не особо эмоционален. Ну вот, в плане вот, да. Надо немного сейчас вот по-другому сделать F1. Надо это делать от третьего лица. Смотрю вот так вот. И два. Видите, я управляю своим персонажем. Но только камера у меня зафиксирована здесь. Вот, я могу его так вот раскрутить. Могу вот, допустим, сейчас его повернем. Поздороваться с вами, здравствуйте. Персонаж Тимоха приветствует вас, да. Типа, салют еще. Здравия желаю. Ну вот, как видите, можно бегать так. Это я администратор. Вот я бегаю. Я могу бить, я могу стрелять. Как видите, я даже попадаю. Это, знаете, можно как игра... Не то что от третьего лица, даже больше. Как будто это мини-гейм, а не сама игра полностью. Только навестись не могу. А, да, у меня же патроны выключены. Ну-ка. Это мини-гейм. Патроны. Давайте я пропишу сразу все бесконечные патроны. Надеюсь, из-за звука минигана меня не было не слышно. Надеюсь, вообще звук есть. Если нет, то это будет, конечно, печально, но потом на следующих видео я обещаю, что я поправлю, звук будет игры самой. Очень удобно стрелять по зомбарям так. Хорошо, я буду это так уже давно. Вот как видите, можно играть вот так вот. Кому, я не знаю, может это весело. Я вот могу бегать именно так. От такого вида. Ну вот это основное, так сказать, именно от спектатора. Давайте, я не знаю, 7 шинку сейчас возьмем. 70. Так, нет, слышно. 78, по-моему. Ну давайте на синенькой поедем. Ну а так это, наверное, основное то, что может создатель именно на нашем сервере. Также создатель при покупке в конце месяца получает 5% от самого сервера. Поэтому покупка создателя в нашем сервере окупается. Я сейчас машину вырублю прям, особо не выехав никуда. Давайте на дорогу, так сказать, культурные люди. Сколько мы уже снимаем? Снимаем уже 24 минуты. Но еще, наверное, до 30-ки я вот дотяну. Сейчас доедем до военной базы, может что-то еще покажу. Ну вот это то, что в принципе могу я. Я могу кататься, стрелять по зомбарям, дать кому-то лут, тэпнуться на чью-либо хату, летать спектатором, помогать также игрокам.
вот какой-то чувак стоит, ФКш, нет, не ФКш, лук собирает. Могу вот кататься по серверу, там, ну, понятно, по серверу вопросы там, если кто-то на сервере что-то задает, я отвечаю, помогаю, там, телепортируюсь. В данный момент я это, конечно, не делаю, потому что как-никак для вас снимаю. Это все сейчас, в данный момент, для меня первоважно. Отснимаю для вас, оцените, я не знаю, надо мне все-таки энергичнее, как-то веселее говорить. Я потому что говорю монотонно, просто рассказываю, что из себя, так сказать, так же, а просто вот я назову обзор администрации на моем сервере. Ну что мы еще можем? Давайте, я не знаю, сделаем ему салют. Так, миган так, это так. Пиу-пиу-пиу. Ну, это типа салют, что я могу сказать. Ну, также я могу менять режим именно сервера, я могу включить PvE, могу PvP, извиняюсь, это автоматический освежитель воздуха был, потому что, скорее всего, вы его услышали. Ну что ж, наверное, будем здесь уже мы закругляться, не будем, так сказать, долго тянуть. Так сказать, сделаем прощальный, знаете, жест от моего персонажа и закончим на этом. Подписывайтесь, кто, также повторяю, с сервера, кто с группы ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube. Чувак этот, ладно, пусть попадет, кто это у нас? Не, не видно, так, нигде. Ну, давай. Это у нас Джейк, какой-то Джейк. Подписывайтесь, да, ставьте лайки, я не знаю, какие-то советы можете писать, если кто-то более опытный в плане съемки, можете мне какие-то, я не знаю, кто-то может помочь, может сам. Насчет звуков именно с ноутбуком, как музыку лучше подложить. Я надеюсь, звук игры будет, и HD качество я проверил, будет это видео в HD качестве на YouTube, именно 720 будет разрешение максимальное. Но там также 480, 360, это по желанию именно. Ну что ж, всем до свидания и удачи, до новых видео. Пишите, что вы бы хотели, чтобы я для вас снял, так сказать, салют. Точнее, это приветствие, так что бай-бай, давайте, я не знаю, фейспалм на концовочку, все.